друзья, всем огромный привет, дорогие мои. Сегодня пятница, а это значит, ну, не каждую пятницу, но сегодня мы поедем куда? На дачу. На дачу. Это очень здорово. Я это очень люблю. И... ну, как-то, знаете, кайфово от того, от мысли, что... вижу природу. Такая, знаете, как будто как котик, который хочет, или собачка, которая хочет. Там. Я делаю так камеру, потому что нифига не видно из-за солнышка. Вот, и получается, что радостно на душе. Так радостно в душе, как говорят в ТикТоке. Ну что, друзья, я уже подъезжаю к даче. Народу мало, машин мало. Ну, хотя я выезжала, наверное, час где-то из города. Не, ну минут 30 по чесноку и еще где-то минут 30 ехать. Поэтому нормально, нормально. Но хорошо, что, в принципе, за час я добралась. Вот. С Гражданки до Токсова. Кто с Питера, тот поймет. Вот. На самом деле очень здорово. Все, пятничный вечер. Пятничный вечер обещает быть жарким. Завтрак. Ну обязательно, а? Ну потому что он мокрый, да, обязательно. Как он будет держать? Это наш завтрак. Да? Ну подожди, еще завтрак надо, чтобы сейчас приготовить. Ты что, фоткаешь или нет? Нет. А, давай, знаешь, что, порежем еще этот, как его, пирог положим на тарелку. Давай, конечно. А что, только одну кашу? А что, у нас завтрак святой? Ну ты что, тут сфоткала ты уже? Ты для видео снимаешь, блин. Конечно! Завтрак, да. Вкусный завтрак ждет нас на столе. А было бы хорошо, если бы завтрак мы встали бы, и он нас бы уже ждал. Ну видишь как, вот так вот было. Приходит самим пойти ягоды собрать. Да. Самим кашу варить. Все сами, да? А приехали мы к бабушке в деревню. Да. Бабушка бы нам все бы сделала. А кто там может поговорить еще на задание? Черничка. Угу. А там вчера все брали эти пироги, я думаю. Похудела в магазине. Это ж надо было мне колбаску-то забыть на работе. Святую. Но это ничего. Очень, я ее отложу. Такая ошибка. И привезу в следующий раз, если она не подпортится. Ты не сожрешь. Ну как грубо, как грубо. Я не жру, я кушенькую. Привет, мои хорошие. Сегодня суббота. Мы на даче. Чаек-кофеек пьем. Погода не очень жаркая, но при этом лето, июль. Жары нет. Что-то где-то такое за какой-то непонятный рожок. Музыку слушаем, радио Ваню. Вот так вот шашлычок сделали. Вкусненько. Правда, знаете что? Забыли мы посолить его. Соль нужна. Да, вот так вот хорошо на даче сидеть, пить чай и ни о чем не думать. Старые хиты. Как глубоко, не перебраться. Видите, как весело проходит время. Мы хотели сходить погулять, но, к сожалению, походу сейчас будет дождь. Ветрище. Неохота никуда идти, но надо. Дождик совсем не радует, абсолютно не радует. Но сегодня такая погода,
Мы зашли в местный магазин, хотим, ну так, купить что-нибудь. Я вон утеплилась, а в куртке такая, с капюшоном. Лето, жара, июль. Ну прекрасно, что? Здорово. Холодно на улице, да. Какие-то разборки местных людишек, детишек. Ребята, холодно, что? Холодно. Это вам не хухры-мухры. Хоть и июль, но, в общем-то, это очень холодный месяц, как оказалось. Дети так матом ругаются, обалдеть. Похлеще взрослых. Иришка сейчас выйдет с магазинчика. Хотим прогуляться немножко так, аппетитно гулять перед ужином. Поэтому светская прогулочка, светский променад по поселку закрытого типа. Сейчас она выйдет, и мы дальше пойдем. Ждем, очень ждем открытия границ, потому что хотим на родину, в Турцию. А, она все не открывается, не открывается. Ну когда же? Мы так устрадались уже. Сегодня такая переменная погода. И солнышко было, но в основном и дождь, и ветер. Вот. Поэтому у меня под этой кофтой еще одна кофта. Вот такой вот. И трюканчик-то. Иришка моя идет. Колбаски купила. Колбаски? Молодец. Мы пришли на озеро. Вечерний у нас променад. Красивый. Дождик идет. Но, в общем-то, сильно нас это не остановило от вечерней прогулки. Да? Да. Колбаса? О, колбаски купили. Ой, блин, как здорово. Купаться нет, мы, наверное, не будем, да? Или искупаемся? Да, думаю, давай, ладно, купаться, все, пошли. Это, конечно, мы шутим. Да, вот вышли к месту, где мы загорали и купались пару недель или тройку назад. Там даже уточки плывут, утки. Утки думают, что у нас хлебушек есть, как-то мы что-то это. Смотри, какие голодные. Да. Уточки хотят кушать, а у нас нет хлеба. Ай-яй-яй-яй. Какая неловкость. Не, маленькие. Утя, утя. А у нас нечем вас покормить, дорогие мои. Да, они кушать хотят, Ир. Как мы с тобой. Холодно, но все равно красиво. Дождь, дождь капает. Сколько красивых цветочков, это иван-чай. Как-то его еще заваривают, этот иван-чай, правда, не знаю рецепта. Великолепно. Тебе цветы нравятся? Да. Ты любишь иван-чай? Я не люблю дождь. А, ну, я тоже не люблю. А заваривать иван-чай умеешь? Нет, я не люблю чай с этими цветами. А я люблю травы. Травы. Я люблю только черный с лимоном и с бергамотом. Ну вот, видишь, какая ты. Люблю еще. Колбаску. Ну, колбаса это святое, это вообще святая святых. Рада. А ты как вообще могла колбасу забыть? Я забыла колбасу. А ты штраф купишь за это. Две палочки колбасы забыла в холодильнике на работе. Это вообще непростительно. Но в следующий раз я привезу три палки. Хоть и холодно, но мы рады, что прогулялись. Правда, Ира? Видео снимаешь? Да. На другую камеру только снимаю. Посветлее она.
Потому что... Как будто солнце. Да. Какая красотища все-таки. Да, слушай, мне кажется, они тоже будут так крутиться. От ветра крутится. Сейчас иду на речку. Точнее, это не речка, а озеро. Прогуляться хочу. Ира поехала на велосипеде, а я пешком. Пешком тоже очень классно пройтись. Но что-то мне не очень хочется на велике. Поэтому решила пешочком. Велик, конечно, хорошая штука. Но пока я решила врубить шагомер. Точнее, у меня автоматически на телефоне включается. И пройтись. Тут просто очень много горок. И на велике, ну, как-то весь какой-то запыханный приезжаешь на озеро. Вон Ира на велосипеде впереди катится. А я тёплую-тёплую пешочком. Ну ничего, вечером, если что, покатаюсь. А сейчас захотелось пройтись пешком. Косит траву, пахнет свежескошенной травой. Такой классный запах природный. Я уже подхожу к озеру. Скоро оно уже появится в кадре. А пока поле с Иван-чаем. И значок кирпич. Эвакуатор тут могут пригласить, если машины будут ставить. Но тут так особо нет машин, потому что закрытая территория. Сюда могут ехать только люди, которые здесь живут. А люди, которые здесь живут, у них у всех есть во дворе территория для машин. Поэтому... Собственно, им не нужно парковаться тут. А вон оно, озеро. Ой, сегодня денек хороший. Я что-то даже... Девочка Ира уже где-то здесь. Сейчас будем ее искать. Она где-то уже примостилась, она же на велосипеде. Это я на Бишкарусе. Все-таки, когда трава зелененькая, так классно. Иван-чай. Тут интернет слабый, так бы я прочитала, что с этим Иван-чаем делают, как его заваривают. Мы на самом деле взяли хлебушек покормить уточек. Вчера вечером мы пришли сюда. Утки к нам подплыли. Но это вы будете видеть в видео чуть ранее. А у нас ничего не было им дать. И сегодня мы решили их пойти покормить. Ну вот я уже подхожу к девочке Ире. Ира, ты лежишь? Да. А уточек не кормила? Нет. Уточек нет? Надо вечером приходить. Мы решили покормить уточек. Да. Уплыла, да, одна утка уплыла, и не захотелось кушать. А там, ну, издалека еще плывет какая-то. Ага. Говорит, ага, а там кормят, а мне надо скорее успеть, пока хлеб не кончился. Смотри, как она пропустила вот это. Уточки. Плывет. Утя. Вон, смотри, сколько плывет. О, они что-то тут. Так пускай кушают, мы же принесли им, да? И принесли для них, так что пришли со мной колбасой. Магазина. Вон там бригада плывет. О-о-о. Бригада. Целая команда. Да. Утя. Всех тут много там будет. Угу. Вон там еще 5 плывут. Это 6-я. Это не всех сюда поплыла. Увидела раньше. Может, там... Кушать она... хотят. Ты этих видишь, которые плывут? Угу. Утя. Давайте, быстрее плывите. Пока тут все не так. Они быстро. Да, да, торопятся. Спешат. Они тут в слабухе уже едят. А эти торопятся.
Да. Сдалека. Ну, сколько много. Угу. А там он где уже? На середине озера? Да. А мы пришли. Нет удочек. Мы хотим кормить их. И мы дождались. Да. Это что-то там одинокая сидит. Может, она скромная? Наверное, да. Скромняшка. Вот ты как она. Уточки. Мы решили сделать шаверму. Шаверму. Можете пристроить нас в работу, да? На работу по шаверме. Примерно у нас где-то, наверное, грамм по 700 шаверма, да? Угу. В принципе. Тяжеленькая такая, да. Тяжеленькая, да. Это на... А это вот у нас уже готовое, но немножко развалившееся. Красиво так развалилось. Но все равно красиво, да. Красиво. А что входит в состав твоей шавермы? Это секретная формула, как в Красти Краба. У Губки Боба, да, и Крабса. Формулу не скажем. Что она прям вообще огонь. Шаверма. Видите, какая красивая. Какая вкусная, да, Ир? Ой, да, я уже прям слюни текут, надо уже скорее есть. Это тоже такая сорняковая. Какие красивые колокольчики. Управленный этаж. А вот это тоже красавчик. Да, это вообще такой, я первый заметил. Ну даже, да? Там еще белый, когда пошла. Боже, какая красота. Какой красивый колокольчик, посмотрите. Они смотрят друг друга. Да вообще. Немножко распутать и поставить на истинную. Белый. Белый красивый колокольчик. Спасибо, что посмотрели мое видео. Я очень рада лайкам. И подписываемся на мой канал. Лайк и подписка на мой канал. В следующих видео, конечно же, мы увидимся с вами. Всем пока-пока.